речка. Офигеть. Раменские жители, театр «Русский стиль» приглашает вас завтра в 12 часов. 4 марта в 12 часов на сказку о том, как балда чертей победил. Комический народный мюзикл по мотивам Александра Сергеевича Пушкина. Режиссер Гончарук и Сергей Лучко, художник Сергей Лучко. Дворец культуры имени Воровского, город Раменское, вокзальная... Нет, сейчас придем. Мы тут город листовки Раменское, раздаем около станции. Уже половину раздали. Да, да. Сейчас еще пара электричек, все раздадим, придем. А мы там большие положили на стол, если что, можно взять, кому-нибудь дать. А придем, раздадим внутри. Давай. Уже у меня есть, а не держи. Ну давай, всем подряд. Ладно, приглашаем на спектакль.